самое, что интересное, у меня теперь есть своя, ну, можно сказать, команда. Личный фотограф и два механика. И самый юный шкипер. Полтора фотографа и полтора механика. Полтора фотографа. Ну, раз так, значит так. Ну что, друзья, всем привет. Мы наконец-то на фестивале «Все по классике». В этот раз у нас все состоится. Ребята уже дубасят по сухому, прошу прощения, сейчас заезды. Я прошел полностью аккредитацию и как пилот, вот, и как СМИ. Но СМИ у меня, как я уже говорил, свой личный фотограф сегодня. Вот, также получил заветный стикер, который мы благополучно наклеим вот сюда, вот так вот шлеп. Все. Официально теперь. Но пока ребята катают по сухому. Еще есть до моей сессии. Пройдусь вам немножко, покажу техпарк машин, которые сегодня приехали. Довольно есть интересные экземпляры. Слива, тренажка. Ух, девочка. Бывают даже такие ситуации. Ситуация, как говорится, кончилась сцепа. Посмотрите, как она рукой работает. Самые бесплатные клевые места на пригорке. Можно, по сути, не платить, чтобы попасть сюда. Также стоят люди за забором. В общем, весь движ в разгаре. Сейчас, думаю, быстренько пробежаться по выставке. То можно будет начать подготавливать машины, потому что у меня есть пару нюансов, которые нужно успеть устранить до 5 часов. А время у нас 2 часа. У меня есть 3 часа, чтобы успеть прогуляться, подготовить машину и выехать на площадку. Это просто отцы. Стант, ребята. Ой, я заблудился. Будут просто писать на этой картине. О! Так, друзья, еще раз. Команда мне подсказывает. Мы с ним моим.
понимали, машин просто тьма тьмущая, обойти их все-таки все не успею. Я думаю, кто-то еще снимет в любом случае видос с обзором там по выставке или еще что-то будет. О, Ваня, это ты? Я не знал, что ты в Москве. Маздочка тут расположилась. Корчелыги. Лакшери просто, ништяк. По-любому в РДС готовится. Так, ну по выставке прогулялись. Каждый здесь лучший, потому что приехал уже сюда. Время поджимает, нужно идти готовить машину, потому что скоро наше время. Ребята тут сюда. Ребята дальше все еще чинятся. На самом деле жарко, очень жарко. Но 34-ка просто бомбическая. Так, обещал показать диски. В принципе, я еще на прошлом видосе спалил, но тем не менее. Были полностью отпескоструены, покрашены в белый и внутрянка в синий порошковую краску, что передние диски, что задние. Поэтому при езде прямо будет белый, при вывороте будет синий. Поэтому, думаю, вполне так прикольно получилось. Не знаю, пишите в комментариях. Также нужно пополнить свой запас топлива, потому что как бы он кончается, сука. 10 литров взял в запас, как бы сейчас подзаправлюсь. И будет, думаю, нормально. Плюс хочу установить проставки, у меня есть, он там лежат. Может быть, добавят мне немножко выворота, потому что при полном вывороте у меня колеса начинают куда-то там упираться. Поэтому хочу попробовать их вынести. Машину мы настроили. Время подходит к нашему катанию. Вот, заехали поливалки. Вон одна из них, вон другая еще стоит. Сейчас нам позаливают трассу. Вот, и можно будет, в принципе, заезжать. Но главное, чтобы ничего у нас не отрыгнуло. Зря я сказал. Передняя-левая? Спасибо. We'll be right back.
Толиком вот прикатались. Вроде ничего, идем. Сейчас он первым, я вторым поедем. Подожди, давай, 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 в другом месте. Давай, как минимум радиатор, блядь. А я ему прям очень близко шел, его стало разворачивать, на его развернуло, точнее. Да, спасибо большое. Что, дядька, давай толкнем. Что ты что-нибудь чудишь? У меня есть трофейная. Так это не моя, это от Subaru. От Subaru? Что ж, друзья, на этом, скорее всего, мы с Жигой все. С этим радиатором она уже не поедет. Потому что здесь мы патрубок нацепили, а вот то, что у нас вот здесь вот еще все потрескалось, и он спокойно течет снизу, мы уже обратили немножко позже. Поэтому минус фара, минус радиатор. На этом все. Да, конечно, расстроен, не спорю, потому что еще есть время у нас покатать. Есть 45 минут. Ну, ничего страшного, за 45 минут я бы прокатился бы еще, ну, два раза. Надо будет писать теперь, что с машиной, где ее оставлять, и можно ли оставить ее здесь. Как-то так. Короче, у меня вся проблема в радиаторе, радиатор треснул. Ну, а хули сделать? А что домой как? Пешком. Что, друзья, на этом наше мероприятие закончилось. Уже все разъезжаются. Жигу все-таки оттаскиваю на постоянное место дислокации, потому что здесь парковка есть, но она платная, как бы по своим финансам, тем более с разбитой мордой я немножко не потяну. Вызвал техничку, так скажем, вот. Сейчас будем ее оттаскивать. Спасибо дяде Саше за то, что меня сейчас потащит. Вам, надеюсь, понравился данный видос, поэтому поддержите лайком, потому что это у меня первый выезд на такую площадку. Честно скажу, переживал, но потом вкатился и дальше с Субариком мы, как нам сказали, мы ехали ближе всего. Поэтому еще раз, поддержите меня, пожалуйста, лайком, пишите комментарии. Всем пока-пока.